Всем здорово, и сегодня вы впервые увидите, как я ем. Ну, иногда вы, конечно, видели, что я собираюсь есть, но как я ем, вы еще ни разу не видели. Поехали. Первым делом это, конечно, я иду на кухню. Впрочем, ничего нового. Вообще ничего нового. Так, нож есть. Это первое, что у нас должно быть. Фрискис тоже есть. Вот его мы будем есть. Вообще вкусно, блин. Так. Вода не была горячей. Подлива. Тоже есть. Можно. А вот где нам батончик найти? А может вместо батона мука подойдет? Как клёво! Блин, она такая мягкая. Я впервые это в жизни делаю. Интересно, чего вы мне подумаете? Вы готовы, дети? Да, капитан! Ага! А может, мне это сейчас есть? Пошла мыть руки. Ить, ойть, троть, ой. Ой-ой-ой. Ой. Ох, как же это прикольно. Нет, это не прикольно. Эх, а жалко, конечно, что мы это все смыли. Вытираемся. Здороваемся. Здрасте. Свет мы пока не будем включать. Ну, батона там нету, мы уже убедились. Идем в холодильник. Ура! Знаете, у меня странная семейка, и в этой странной семейке нарезанный батон. И он хранится в холодильнике. Нормально, в принципе, вообще. Ой, мам, что тебе надо? Блин, не хотела порезать. Ой, как же не удобно, все-таки одной рукой. Я лучше теперь поставлю куда-нибудь. Да. Люди, это рецепт, записывайте. Берем батон нарезанный. Берем грязный стол, красивый. И мне надо взять подливку. Как же мы хорошо наложили подливку на батон. Вот так вот просто. Берем еще одну булку и накрываем. Конечно же, как же без этого? Посыпаем сахаром. На пол сейчас сыпется просто замечательно. Вы, именно ты, да, ты не знаешь меня. Ты думаешь, что это все. Колбаски я не нашла, поэтому поливаю острым соусом. А запах-то какой. Я вообще просто королева еды. Это все надо размешать ложкой. Интересно, острый соус и сладкий сахар. Вот так вот. Вот, просто вот так вот. Суперский сэндвич от Полины. Покупайте. Продается во всех аптеках. Кстати, покупайте вместе с лекарством от желудка. Итак, сейчас вы увидите, как я это ем. Здрасте. Ну что ж, я такой булку коснулась. Вкусно! Вот так вообще, я почему буду высыпать? Смотри, конечно. Ладно, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы ответите на мой коммент. Мне интересно, кто лайк поставил. Под прошлым видео я написала «Привет». Напишите, кто поставил лайк. Никто не писал. Пожалуйста, напишите. Я думаю, вы по всем правилам подпишитесь сюда, нажмите на колокольчик. И поставите лайк. Пока.